Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Битвелл, и сегодня у нас очередной необычный выпуск. Сегодня мы будем проверять реакцию людей на мой битбокс в интернете. И делать мы это будем не в чат-рулетке, либо где-то еще, мы будем это делать в CS GO. У меня есть микрофон, через который я смогу общаться с людьми. До этого я никогда не играл в CS, то есть, как бы в любом случае, я полный ноль. Давайте лояльно к этому относиться. Наша задача — проверить, как люди будут реагировать на мой битбокс. А за футболочку хочу поблагодарить компанию «Запорожец». Итак, у нас запускается игра «Я готов убивать». И делать битбокс, естественно. Я за террористов, чёрт. О, разминка! Окей, ребятки, пошли. Пошли, давай, ребята, давайте! Мы всех сделаем! О, нет, зачем вы меня сразу убиваете? Начало положено, сейчас посмотрим, кто кого. Ребята, я с вами, значит, мы не проиграем. Хоп, 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 почесал спинку. О, как там все плохо, походу. Да что ж ты лезешь-то? Ты такая собака. Ой, я что, убил его, что ли? Так, а можно мне какое-нибудь другое оружие? Спасибо. О, у меня нет патронов! Нет патронов! Я с ножом. Я с ножом всех завалю. О! Понятно. Nice. Ага, первая реакция найс. Nice. Мне это нравится. Мне это нравится. Я убил его через дым. Не знаю, как это получилось. Где там спрятался, сука? Опа, он там. Поставлю, что ли, здесь граффити. Так, а вот здесь вот крысятническое место, которое я буду сейчас чекать. О-о-о. Вот я и спрятался. Собаки! Я думал, он меня не убьет. И тут я выхожу из тумана. А, я увидел твою тень. Никто меня не хвалит, все молчат. Но никто и не выгоняет из команды. Хоть проверьте, но приснилось ночью мне, будто принц за мной примчался на сирену. Понятно. Короче, как-то реакций не особо много. Надеюсь, то, что вы уже успели поставить лайк, ставьте. Так, я понял то, что здесь дохера русских. Битбокс хотите? Пусть неплохо мы играем, знаете ли. Их осталось двое. Двое супер мачо. А теперь один он. И я его вижу. Так, никто там, походу, не умер. Кроме наших. Почему я не стреляю? Что происходит? Ни черта не понял. Прости, брат. О, точно, у меня же есть супер граффити. Я должен его поставить, срочно. О, нет. Так, я нашел человека, которому я могу поставить граффити. Если вы меня, сволочи, сейчас убьете. А вы точно захотите это сделать? Да что ты? Сука! Так, неплохо. Вау, я вижу тебя. Так, их там трое, короче. А нас осталось двое. Никого не убил. Да что? О, наконец-таки. Так, один есть. А, в смысле, я один остался. Мне кажется, сейчас все на меня смотрят, как на идиота, то, что я до сих пор их не убил. И до сих пор не умер. Ну, естественно. Hello, motherfucker. Сука. А откуда у тебя уши? Мать! Мать, ты что, что с тобой? Так, ладно, тихо. Так, ну вот это неплохое оружие. Чё ты там говоришь? Я умер, о боже! А, это осталось... Да что вы всех убиваете без меня? Ну что это? Что это? Я тебя спрашиваю. Лобик, где ты, Лобик?
спрятался, блин. Я нашел тебя, Ахиллес! А это краткая история о том, как я стреляю. Ты нюхаешь. Братан, ты тоже решил понюхать? Да! Я из-за твоей морды ничего не видел, ты мразь. Вот мы так и лежим. О боже, Ромео, эти цветы бесподобны. Да, дорогая, я в курсе. Ромео, бедный мой Ромео, мы не сможем быть вместе. Джульетта, мне насрать, я уже в говно. Ну что ж, друзья, в принципе, как-то вот так вот все это и происходит. Я надеялся на то, что будет более бурная реакция на все происходящее, но, видимо, нет. Парни заняты игрой и так далее. В следующий раз я запишу видео о битбоксе в CSGO на какой-нибудь другой платформе, а-ля какая-нибудь разработка, где людям не нужно так сосредотачиваться на игре. А вы можете пока поставить лайк и написать в комментариях, понравилось вам или нет, потому что мне очень важно знать, насколько вообще, в принципе, вам могут нравятся такие видосы, потому что я люблю играть. Не могу больше скрывать свою любовь. В общем, комментарий, лайк, подписка, если ты еще это не сделал. Ну и заодно можешь посмотреть первый мой видос по CSGO, который я вообще, в принципе, делал. Он вышел совсем недавно. Просто посмотри, мало ли понравится. Пока.